Артисты готовы? Зрители готовы? Зрители готовы? Дорогие друзья, мы начинаем второе отделение концерта «Вместе». Еще раз огромное вам спасибо за готовность помочь Украине, которая стала в эти дни родной страной даже для тех, кто никогда в ней не был. Спасибо тем, кто поет и играет сегодня на этой сцене, и тем, кто собрался в этом зале, и тем, кто не смог приехать и все-таки перевел деньги за билет. Знаете, я смотрю на вас на всех и верю, что мы победим. Победим смерть, боль, войну и злобу. Потому что, несмотря ни на что, звучат песни, потому что нашим украинским друзьям помогает именно ваша поддержка. И потому что мы вместе. Друзья, давайте поаплодируем каждому, кто в этом зале, и нашим артистам. Спасибо вам огромное. Благодарю. Итак, продолжаем. Дуэт, который сейчас появится на этой сцене, настоящая загадка. Во-первых, это чисто женский коллектив, что само по себе загадочно. Во-вторых, этот дуэт делится ровно пополам на поэта и музыканта, и обе они прекрасны. Ну и в-третьих, потому что у него такое загадочное и головоломное название. Перед вами загадочный, сказочный, умный и красивый дуэт «Судоку». Добрый вечер. Мы хотим присоединиться к благодарности вам всем за то, что вы пришли, за то, что вы не только хотели послушать песни, а еще и помочь людям, которые в этом очень нуждаются. И я вот, девочки говорили здесь про «Мы победим». Я вот свято верю, что мы победим. Вот я думаю, что мы победим любовью. И поэтому мы споем песню, которая называется «Любовью за любовь». Стреляй в меня, солдат, мне больно, но не страшно. Смотри, летит душа к тебе на огонек. Любовью за любовь сойдемся в рукопашной, в объятиях судьбы, нажавшей на курок. Любовью за любовь сойдемся в рукопашной, в объятиях судьбы, нажавшей на курок. Суди меня, судья, твой приговор щедрее, чем суета сует, без крыльев за спиной. Не обожгу души и сердца не согрею любовью за любовь, покинутую мной. Не обожгу души и сердца не согрею любовью за любовь, покинутую мной. Казни меня, палач, в твоем краю жестоко бесчинствует судьба, ты ей не предослов. Смотри, летит душа в прекрасное далеко и осыпает нас любовью за любовь. Смотри, летит душа в прекрасное далеко и осыпает нас любовью за любовь.
за любовь. Я думала, как представить следующую песню. Ну, в общем, она про жизнь, которая была до войны и которая точно будет после войны. Просто и день, и ночь. Ловят все, кому не лень, спеша прожить, пока не поздно. И день, и ночь, и ночь, и день, на день я падаю, как звезды. Их ловят все, кому не лень, спеша прожить, пока не поздно. А я мгновеньем напролет бегу куда-то без оглядки, но поздно все же настает, пока я с ним играю в прятки. Но поздно все же настает. Опять застигнуто врасплох обрывком прошлого детали. Я успеваю сделать вдох, а выдох где-то зазеркали. Я как ученый-световед ищу ответы в амальгаме, лечу без устали на свет, а вижу тени под ногами. Мечты, химеры, миражи. Мечты, химеры, миражи. Мне в этом плаже близорукой еще не мог жить, дожить, еще бы долго жить, дожить. Еще бы долго жить. И никогда не стать старухой. Спасибо вам всем, и мы победили. Фаина Цыпкович и Екатерина Удаль. Игорь Борц, донецкий парень, и Донецк стучит в его сердце. Всегда пользуется успехом у женщин, но никогда этим не пользуется. Сам пишет тексты, сам же их и читает, и поет. Почему сам? Потому что почерк плохой, никто другой не разберет, что там петь. Помогает одному конкретному Добробату, сражается с оккупантами клавиатурой на сайтах этой войны. Все будет Украина, без второго слова. Игорь Борц на сцене. Да, сейчас. Знаете, да, я хотел бы свой блог начать с цитаты Шимона Кацинельсона, который тут выступал, и мне очень понравилась одна его фраза. Я ее сейчас процитирую. Можно включить свет в зале? Спасибо, Анечка. Я попросил сразу, чтобы ты оказалась. Хорошо? Концерт называется, встреча эта называется «Вместе». И извините за эти режиссерские заморочки, но «Вместе» это значит в одном пространстве, в одном световом пространстве. Не то отдельное пространство сцены, не то отдельное пространство зала. Мы вместе, правда? Видеть друг друга. Если женщина просит, значит, между этими моими текстами ровно 8 лет. Они все посвящены войне. Хотя она на самом деле не 8 лет назад началась, а гораздо раньше, еще в 2008 году, на Селигере был показан флаг Донецкой Народной Республики, так делом там этим пацанам из группы нашей. Но когда началось вторжение в 2014 году, вдруг в Фейсбуке появилась фотография моего одного донецкого ученика. Он был такой растрепанный, растерянный, весь заросший. И поскольку мы
везде в пространстве. Мы стали писать: «Рюха, ты такой небритый?» И он ответил четверостишьем: «Когда закончится война, я бритву новую достану и бриться стану, когда закончится война». И меня это пробило насквозь, и пошел сразу текст. Так что я, ну, первый текст, это тот, который я написал вот с подачи Игоря Овсянникова, с его этими строчками. Но второй текст, это не текст, а песня, я ее написал 3 или 4 дня тому назад. Ну, потому что действительно «Пепел Украины». Значит, сердце, я тут взял за движок одну песню в начале, но потом понял, что мат весь не укладывается в тот движок, что я взял. Поэтому это не будет такая песня, которую вы знаете. Это будет по ее мотивам, ну и по мотивам того, что я про все про это знаю. Цена большая, а место как-то маловато. Ёлки-палки такие, да, рядом стоят.